Thank you.
Люкс под названием Муз. Сегодня весь вечер с вами прекрасные. Они ушли, но получат свою долю аплодисментов. Иван Катов, Илья Чумаченко. Там присоединяются периодически духовые различные видов и сортов. А сейчас мы хотим позвать на сцену Полину Иванченко, если она знает. Поддержим девушку. Это всегда приятно. Я возьму, когда так на себя не достаю. Ну что? And I'm just gonna tell you right now.
вам, что ваша аплодисменты. Да, спасибо большое. Сегодня за барабанами Рома Куликеша. Костя Макеев, бас-гитара. Дима Чемурин, по-моему. Сергей Комков, гитара. Если есть в зале Дарина Дунаева, то мы приглашаем на сцену. Thank you.
Спасибо. Ваши аплодисменты, аплодисменты. Я не знаю, как насчет милиции, но если есть в зале Элина Решетникова, мы бы были очень рады видеть ее здесь. Учат в школе, да, я помню. Да, но вот пока Элина не временно недоступна, я так понимаю, да? А вот она бежит, прекрасная наша. Thank you.
Спасибо. Елена Решетникова, ваша концерта. Сейчас я хочу позвать на сцену всех наших духовиков. Мы сыграем песню Маркуса Миллера «Жужу». Если в зале есть Майкл, Майкл на бас-гитаре, мы тоже очень будем рады его видеть. Буквально полминуточки. Итак, несравненный Маркус Миллер. Thank you.
Друзья, бурная овация. Адей, тромбон. Ваша только. Семен Маркевич, труба. С нами бессменный диджей Франц. Мы перебьемся буквально, ну, я думаю, на час, два, три, чтобы, да, увидеть. Ну, минут 15, я думаю, артист отдохнет чуть-чуть. Вы пока не скучайте. В баре прекрасного напитки. Хорошего вечера. Друзья, я надеюсь, что вы не скучали без нас. Но мы все-таки выйдем и сыграем еще, как минимум, вам песен 28. Сейчас я хочу позвать на сцену прекрасную девушку Марию Винева. Она нам все расскажет. Ну и, естественно, все музыканты, которые с нами сегодня в этот вечер, они уже здесь. Кроме барабанщика, Рома, ты где? Также еще я хотел обычно про этих людей никто ничего не говорит, но я хотел, чтобы вы поддержали аплодисментами и поздравили внимательно. Нет, подождите. Дело в том, что вот мы буквально 15 минут назад закончился день звукорежиссера, а это люди самые главные в нашей профессии. Мы начинаем. Oh,
аплодисменты, ваши аплодисменты. Сейчас небольшая смена декораций. На сцену выйдет Дензел на барабанах. Такое ощущение, как будто, вот я не знаю, Дензел на барабанах, Дензел на барабанах. Илья на басу. И, несомненно, Алексей Папин. Александр, извините, простите, заговорился. Он споет нам чудеснейшую просто песню. Он все расскажет сейчас. Всем добрый вечер! Песня чудеснейшая называется «Сан Лимонин». We'll be right back.
так, чтобы все вместе с вами поем. Вот. Половина зала у нас, вы перед сами будет петь такую фразу. Thank you.
Thank you.
Александр Пахарь поддержит нас на губной гармошке. Пожалуйста. I'm not afraid to die.
Спасибо. Вот такая великолепная песня Оля Лисикова. Друзья, бодрее поддерживаем артистов. Артисты очень любят аплодисменты. Больше, чем деньги. Небольшая смена артиста, да, но песни того же прекрасного Стиви Вандера. Мы хотим позвать на сцену Дали Саттарова. Он прекрасный шоумен, он все расскажет, то, что будет исполнять сейчас. Доброе утро! Вы прекрасны! Любите! Что может быть лучше, чем любовь? Только любовь! But all it was so
Песня посвящается всем, кто еще не заснул. Серьезно, это очень круто. Друзья, спасибо вам за поддержку. Спасибо вот всем тем, кто остался. Спасибо всем музыкантам, которые играли сегодня. Ребята, за вас. Каждую пятницу джем в клубе Козлова. Вот. Соответственно, друзья, для того, чтобы вот вам какой-то импульс придать, чтобы в таком ощущении, что вы все полностью прослушали, мы сыграем вам исключительно композицию инструментальную. Позовем всех ребят, которые за сценой томятся в темнице своей. Спасибо вам, спасибо нам. Проходите. Thank you.
семь сладких снов. Рома, Костя, Илья, Ваня, Дима, Сережа. Диджей Франц, великолепный, обращайтесь. Любые вечеринки просто скрасят вам так, что... Всем спасибо, удачи, берегите себя. До новых встреч.